Хочу. Роман, а ты как-то странно, а что вы там маркетаните? Прям жесточайшее. Да он что-то... Роман, ну хорош, не балуй. Что-то придумывает он, да, какую-то схему? Что за схема, мне расскажите. Я сам не знаю. Но ты сначала спроси, прежде чем помогать ему. Сергей, надо будет резину сделать. Да, сейчас. Подожди, стой. Я что-то послышалось. А я как раз интернат пытаюсь найти. Хочешь, смотри. Я уже не вижу. Хочешь оттолкнуться и сделать заднее? Я понял, вы стилаете хорошо, все ровно. Зачем тебе штанга с резиной, если ты можешь вес легче одеть, Диман? Я типа одного увидел как-то, меня приглашали в зал там показывать, ну... Все, всего доброго, до свидания. На ловкость упражнения необычные всякие, казачьи, там народные. И тип один, он подтягивался в утяжелителях, но вот была штука, он подтягивался, короче, на резине, но в утяжелителях. То есть он надел утяжелители для ног, но подтягивался при помощи резины. Вы понимаете, какой бред? Диман, ты понял, да, вообще идиотизм? Сергей Игнатьевич, смотри. Утяжелитель это для понта. А резина, чтобы не тяжело, наверное, было. Роман, аккуратнее, братан. Ой, отставить. И Роман, и Макар, там маты постелены у тебя? Безбашенный драчун. Что, Роман, получилось? Ром, бабульке позвони, братан, пожалуйста. Она уже звонила. А, она пришла? Пока рано. Ром, время, братух, время 9:00. Без бабушки это. Попроси, пусть придет. Пусть придет. Попроси, бабуль, заходи. Ром. И ты до 9:00 будешь. Я с Макаром. Ты с Макаром идешь? Все, я понял. Вместе, да. Ну он вместе с тобой вместе выйдет, когда мама придет твоя. А мама твоя где, Макар? Она сейчас подойдет. Макар, смотри. Макар там крутит, погоди, не отвлекай его, пожалуйста. Дальше. Да, Ром, только надо отталкиваться. Постелить. А что ты не хочешь положить красный себе этот в колбасню и отталкиваться? Неудобно с ним? Ты можешь постелить, положить желток. Нет? 4, 8, 6. Пятюню дай ему. Конечно. Или просто можно братский взмах крыла. Аккуратно, Макарыч. Ром, поделись с Макаром, как сальтухи делать. Объясни технику выполнения. Вы габаритами с ним примерно одинаковые. Мне легче с этой красной сосиской. Ну, конечно, это проще. Просто, может быть, тебе сейчас Рома на своем жизненном тяжелейшем опыте расскажет, как нюансики, все тонкости и нюансы. Кто знает тонкости и нюансы, он разберется во многих других вещах. Что, Роман, все, ты сдался? Сейчас маты, убирайте, пожалуйста, поролон матрасы. Роман, Макар, пожалуйста, парни. Макарыч, если тебя берут в удушающий, крутись, как змея. Постелайте, пожалуйста, поролон, уберете назад, Рома. Макар, вот этот поролон. Сможете постелить обратно? Вы помните, как он постелился? Ну, вспоминайте, вот там у стены надо постелить. Рома, Макар, Рома, помоги, пожалуйста. Да, молодец, все, Рома. Смотри. Рома, вот так. Я пишу маленький кусок потом. Сначала большие куски. Ром, сначала несете матрас. Воды. Вот сюда. Матрасы сначала несете.
Матрасы. Ну ладно, подносите сюда. Ром, сюда. Помоги матрасу, она не справится. Ты не хочешь застилать. Если вдруг ты не хочешь застилать, я сам все уберу. Не надо пере... Ром, помоги Макару, пожалуйста, ему тяжело одному. Ром, помоги, Ром. Ну, Рома, остановись, Ром. Остановись, порвете, брат, порвете. Помоги Макару, пожалуйста, Рома. Вот этот возьми, вот этот возьми, вот этот за ту сторону. Да. Ром, вы порвете, Рома. Рома, братан, вернись, пожалуйста, вернись. Бери за два края, молодец. Лучись, помогай друг другу. Вот видите, как проще. Все, не падай. Макар, не за ткань бери, прям полностью хват укрепляй. Полностью, конечно, хватайся. Несите ровненько. Тихо, тихо, тихо. Стоп. 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 Смотрите, парни, еще раз. Когда вы станете постарше, когда у вас рост хватает, вы будете вот так вот брать и спокойно относить. Сейчас вам лучше вдвоем это делать. Лады? Вот этот вес я пожму 100% спокойно. А вот следующий. Сейчас, Рома, зажми, давай. Оп. Молодец. Теперь несите спокойно пара ложек несите. Так, тут еще. Тут это. Ай-яй-яй. Ну, кстати, реально, вашу шутку нормально. Сколько тут? И теперь смотрите, Ром, Макар. Теперь берете. Ром, посмотри, пожалуйста. И теперь ну, ложите вот так параллон складываете. Лады? Роман. Ром. Повернись, посмотри на меня. Скажи, я тебе вот ответь на вопрос. Я тебя братом называю. Не надо тот брать. Не надо. Сначала надо другие взять. Тебя братом называю. А ты ко мне как врагу относишься? Ром. А вот эти куда? Туда же. Стилайте. Роман, ответь на вопрос. Ты ко мне как к врагу относишься? Стели сразу, Ром, пожалуйста. Если я тебе враг, ну тогда тебе надо сказать, Сергей Игнатьевич, ты мне враг, и будем мы с тобой как враги общаться. Ты готов со мной общаться, как с врагом? Роман, готов или нет? Если ты готов, скажи, я готов с тобой общаться. Здравствуйте. Здрасте. И все. Здравствуйте. Парни, стелим. Макар, Роман, давайте стелим. Стелим, 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 ровненько. Да. Быстренько все несем. Ну идите, скажи им отжимания, 100 отжиманий, иди скажи им. Скажи 100 отжиманий. И обоснуй только, за что им нельзя бегать. Давай, оставь, пожалуйста. Все, Роман, Макар, одевайтесь, я сам все уберу. Не надо, ты с трудов пришла, я сам уберу все. Парни, одевайтесь, я сам... Ой. Он просто с вами выйдет, да, потому что ему бабулька ждет. Роман, а теперь бабушку не обманывай, что ты матрас убираешь. Ну-ка скажи, по какой причине ты остался еще здесь, почему ты, объясни. Нет, объясни, по какой причине ты сейчас здесь. Потому что ты сальто делал, и когда я тебя просил собирать, ты сказал, что ты ждешь маму Макара. Бабушке объясни теперь это, а не потому что ты матрас убираешь. Объясни ей. Че ты обманываешь? Как интересно, да, все вывернуть можно? Ром, не обманывай, пожалуйста, хорош. Диман, Артем. У Романа к вам претензия есть, надо решить. Роман, озвучь, что за претензия? Так что вы сами говорите, что не бегаете, сами бегаете. Так я же бегаю не в штангу. Как тебе такой факт? Я тебе не говорю не бегать, я говорю не бегать в штангу. Ром, погоди, Ром. Дима поднимал вес. Тяжелый вес. Ты бежал на штангу прям. Ты не видел ее. Ром, а что обижаться? На кого бежать? Тебя парни спасают. А то, что они сейчас бегают, да, они там никто не занимается, но им тоже хочется подурачиться, как и вам. Ты думаешь, так легко тренировку проводить, занятия, тем более, когда за вами надо за всеми уследить? Роман. Еще и ты получишь много. А? Ну как так? Парни, заботьтесь о вас по-братски. Все хорошо? Наступающий, да? Наступающий. Международным женским днем. Что, завтра? Так, руки открыты. Смешно. Все по плану, по ситуации. До свидания. Все, Макар, всего доброго.
Чего докопались до меня? Так это было Ахилл Берн нападает. Не закрывай, вот твой лоб может защитить. Ничего. Да ладно, что же. Потому что тот снизу. Тот снизу, тот снизу, тот сверху, тот сверху. А, рядом что ли? Тот сверху, да. Выходи, да, все, короче. Руслану надо забирать. Да, давай уже. Да, уважайте. Куда мои резины делать? Резина, где? Резина, где? Где резина? Куда мою резину делать? Ну, да. Ну. Все, все, да, все, заступайте, всего доброго. Разбрасывай, Никита, все. Так это он ее взял. Чего? Серьезно? На... Ты не разбрасывай. Чего разбрасывай? Она тут была у меня, это он ее взял. Вот она лежит тупой. Я просто вставать не хочу. Сейчас ты пойдешь. Нормально. Где резина, я вставать не хочу. Диман, Димон, хорошо. Сейчас. О, слушай, Димон. Никита, иди сюда. Зачем? О, сейчас на всякий случай. Вдруг меня придавит, ты додавишь. Чтобы я уже сказал. Я 73 пожал, Артем, вот живет. А зачем? Вы с этого анализируете? Они химики. Нет, это химики-то не химики. Знаете, возможность. Понимаете, какая? Артем сверхчеловек просто, он это, на новый уровень. Да. И по нему, прикиньте. У него лёгкий. Давай поднимаем. Держи, Диман, Никита, держите, это пиздец будет. Держите. Давай. Да я не могу, алло, поднимай. Лишние, вот кто-то лишние. Один из вас стоп. По бокам. Кто-то давил на нее с одной стороны. Нет. Да. Нет. Да. Я она вот так нет. Была. Теперь я вам советую. Я же не мог. Уберите по одному вот этому хотя бы. Так я уже это сделал. Нет, просто спокойно, чтобы увидеть результат. Не проще. По одному, блин, уберите. И мы посмотрим, как он будет делать спокойно. А вы лишь подстраховывайте. Потому что эти я почувствовал, кто-то перевесил мне на другую сторону. Я держал, я не мог. Ну, перевес был кто-то у тебя на правую руку, на ту, вот на ту сторону перевес да. Был. А кто давил или нет, это хуже узнаю. По одному уберите, пожалуйста. И вот он спокойно он будет сейчас делать. Дим, да я уже не хочу делать. А, ну, такая, все, такая. Настроение пропало. Кто перевесил? Иван, ты пойдешь? Я почувствовал, с одной стороны, кто-то либо сегодня понят, либо... Там же это, с другой стороны много. Ничего. Я так один раз снял. Молодец. Она не упадет. Знаете, ты сколько жмешь? 73. Сейчас? Нет, я не иду сейчас. Будешь принимать? Нет, не буду. А что, домой все? Бабай пират. Сейчас я потряню еще 5 минут. Да хуй его знает какой. Я знаю, где там, ну... Теле-2. Теле-2 неплохо делает. Ну да, он. Да у меня просто номер. Теле-2, она для деревень Теле-2 больше подходит. В деревнях там Теле-2 прям хорошо ловит. У нас, наверное, здесь жестче, чем деревень, короче. Здесь, в городе, больше, наверное. Мегафоны, конечно. Там, в 1080. Это Никита с собой деревню взял. А, Никита, ты что мне сигнал глушит? Нет, это, подойди к телефону, там у тебя сразу 4G будет. Ты сигнал глушишь, Никита. 2G. Ты антенна? Да. Ну давай руку подними, надо настроить, а то что-то. Да, левую подними. Левую руку, да? Где у нас Wi-Fi идет? В субботу приду сделаю. Это сколько здесь вес? Сотка? 102. 102? Я думал, 52. Вам бы лет до 18 подождать, потом веса так и тягать. Потому что потенциал свой можно так придавить. А мне хотелось бы, чтобы у вас наоборот потенциал раскрылся во всей красе годам 25. Во всей мощи. Давай. Давай, слабак. Ты же не забудешь. Нет. Ты же слабак, ты не забудешь. Проверим? Ты давно добавил. Отойди оттуда. Давай.
Не-не, ты тут тоже ходил. Встань туда. Ты тоже день подумал. А что ты резину рвешь, а? Да я рвет. Только это кто работает, неправильно. Я маршрут много растягиваю. Нам где-то. Расскажешь, расскажешь. Расскажешь. Я еще сложнее, чтобы она... Так сильно. Ты пандешь сразу. А я знаю. Но на полу, то на полу. Сверху. Парень, здесь аккуратно, по телефону не надо, ладно? О, надо не надо. Больше не будете подходить? Нет. Нужна? Это не нужная вещь. Че, Дима, давай. Дима, когда это поролон, давайте уберем. Артем, давай быстренько поролошку уберем сейчас. Обувь вон туда. Хотя бы шкаф убирайте. Давай. Фу, опять же видишь, в руках уже летает. Вы в каком-то отдельном стиле будете, или просто кулачный бой, или с ногами, кикбоксинг, карате, тэквондо, тайский бокс, капоэра. Да нормально, хорошо, что? Мы раньше с парнями, знаешь, как приказывались, например, ты будешь капоэра, ты будешь ушу. Стиль журавля. И вот он как прикалывается, вот начинает один капуэра угорает, да, вот мне в другом нельзя. Например, ты будешь тэквондо, а ты какой-нибудь карате там. А если только карате разбирать, например, там стиль какой-нибудь шатакан. Или какой-нибудь там водарю, или еще какой-нибудь кёкюсинкай. Самое интересное, это какой-нибудь бокс против самбиста. Одному, смотри, какой самбо, опять же. Парни, Диман, хорош. Поролон же надо убрать, вы что, забыли? Я не сделал такого, даже меньше, чем обычно на забитые руки. Это же болезнь. Это будто... Забитый штаб у меня пришел забитый. Мышцы выглядят. Забились. Забили тебя. Но это
еще может быть наполненность называется, или именно уставшись мышц. Когда они просто не двигаются. Все, вот так вот бывает. Там по-разному. Так, ну вот чем вы больше гимнастируете, тем у вас больше появляется вот это усилие, возможность вернуть усилие. Куда полетел? Сейчас девочек постарше себя найти, чтобы они управляли автомобилем, чтобы можно было потусить, не напряг. Вам надо будет лишь все просто придумать, как, например, такую подругу помогать, ну, бензик там и прочее. Это нормальная тема, можно расслабончик там. Она куда-нибудь рулит, а вы сидите и говорите, куда надо приехать. Надо быть просто хорошими людьми. И не зависел. Нет, так не надо, Артем. Потому что бывает у подруженцев разные с собой вспомогательные средства, ну, которые могут еще купить ее. Или просто помыть. Или просто, да. Я бы на твоем месте его так и делал. Ты мог не остановить сюда, потому что ты не контролируешь. Да, пошлите домой. Они пойдут домой. Хотят. Кто ты? Мальчик? Так я думал, время 10, сегодня только 800. Время вообще детское еще. Что?
Давай. Давай. Что ты типа холодно играешь? Куда ты? В размере поговорить. Только в интернете можешь в игре там, да, свои. В жизни, давай, подойди мне в лицо, скажи. Ты подошел. Подошел, сказал, ушел, да? Что там, Никитос, в интернете ругаешься, да, на кого-то? Нет, конечно. Наверное, жестко, да, ругаешься? Нет, всякие обзывают. Да как про мир, Никитос? Не ты там про чужую мамку всем пишешь? Смотри, а то как реально найти могут. Нет, не какие-то люди, а сама жизнь должна найти. А что брал делать? Перчатки? Да хорош, вы что, серьезно что ли? Вот это вы, ребята, серьезно, перчатки? Да. Они поднимают, они подерутся, и мы пойдем. Я тут пока подерутся, я на улицу вышел. Я тут пока посижу, оттуда, потом пойду. Давай 5 минут, я тебе сниму на улицу. Сиди. Я посижу. Ребята, погодите. Может, вам уж лима тогда дать? Кого? Может, вам и шлема дать еще, Диман? Ух, вот это было бы клевое, шлема, я уже комментирую. Нет, не удобно. Зато вы можете прям попрописывать от души. Да, прям так. Сечка. Сечка. Ну там тоже, там единственное, что в шлеме ничего не сломается, кроме шеи. И также и сотрясение может быть, но лицо зато не сломается. А шея может сломаться. Ну, нате. Ну, все, садись. Никитос, наоборот, располагайся, конечно, сейчас все, такое случилось. 10 минут. Засекайте. Нет, Никитос, никого не будет, я не хочу сам. Никитос, братан, тягу к сосательным действиям тормози. Ну, молодец. Все, если ты не покурика, если ты не покуряк, то располагайся, кофеек он тебе Диману может угостить. Хочешь, я тебе денег дам, Никитос, хочешь за кофе, пока кофе попьешь, не хочешь? Нет. Хочешь, я скажу тебе кофе угощу? Не надо. Точно? Нет. Может быть, кому-то из Ивану или Дмитрию отдам. Нужна будет твоя подсказка. Артем, например, будет подсказывать одному, а ты будешь подсказывать другому. Артем за им подскажет. Слышь, а если одному хочу? Подскажу одному. Никитос, надоел посетить. Никит, ты на меня разозлился? Нет. Давай я тебе кофе угощу. Нет. Никитос. Давай ты меня кофе угостишь. Тоже ты даже нет? У тебя сколько? Миллион. Миллион фолловеров на Твиче. Ты уже за миллион переварил, Никит? Да не, он даже с Твичи не стал. Там на Твиче нельзя ужаться. Там сразу больно. Баня. Просто аккуратные слова. Ну, не запрещенные. Там запрещенные по типу негра. Нигер. Пидор. Всякий. Никитос, братан, ну останься с нами. Я на улице останусь. Ты с нами будешь на улице? Ты через окошко будешь подглядывать? Все хорошо. Смотри, там то Александр Иванович сейчас раз переживается. Конечно, зря. Тут надо было. Но с другой стороны, Диман. Ну, Артем вам сейчас на двоих будет что-нибудь рекомендовать. Да не, просто смотри. Либо молчать, я тоже с радостью посмотрю. Это, парни, просьба, не гоняйте друг друга по коридору. Вот вы останавливаетесь на зеленом поле. Потому что, блядь, зеркала, все, полубой там. Нормально, Никита, Паш. Он ничего не... Нет, нормально все, Никитас? Да. Ничего не случилось? Ну, он просто устал. Он всегда туда встает, хоть быстрее домой. Ну, дома классно, пирожочек там какой-нибудь. Компьютер. Там. Компьютер. И, Вань, если чувствуешь, что ты чуть-чуть пободрее, пусть Диман раскроется, поделай, там, понакидывай, дай ему возможность. Диман уже сам бодрее, офигеть как стал. Сейчас глянем.
Или вы ссорились в кадыке, я не знаю. Вполне возможно. И только не друг на друга, не злитесь, пожалуйста, если кто ударит там кого-то. Диман, вытянутая рука. Держи на расстоянии вытянутой руки, конечно. Ты должен его останавливать, братан. Он прет, он, конечно. Ты его должен останавливать. Подсказка. Раскидайте сначала, дайте помягче, дайте возможность друг другу вот эту вот энергию почувствовать. Как бы психику взвинтите свою до предела, а потом уже можно пожестче. Особенно, Иван, тебе, Иван, касается. Поделай разновариативные движения, разные, поделай. Покажи, как ты будешь свою нервную систему прокачать. Да. Покажи, как ты его потримари. Пусть он подкорми его всякими действиями, конечно. И ты, Дима, тоже, как бы, если действуешь, твой сейчас удар... Сейчас он подкармливает такие действия. Сейчас как накормит. Марик, твой удар должен быть останавливающим. Ваня бьет сильно, он уже прям что-то, он уже хочет тебя сильно ударить. Дима, твой удар должен быть останавливающим. Дима не делает это тоже. Ну сейчас давление идет все время. Иван, сейчас слушай меня и, пожалуйста, если захочешь, сделай. Прими точно центр зеленого пола и пусть он к тебе. Не ходи за ним, пусть он попробует. Пусть он попробует что-то. Не ходи, конечно. Вот центр ты занял, все. И спокойно, да, что он сможет сделать. За центр, когда ты его перевалишь, опять занимаешь центр и опять. А там его на дальниках отпуливай, чтобы он не подходил к тебе. Пусть посмотрим, что Дима сделает. Прямо от центра, да, вот с этого квадратика, где ты стоишь, он по центру, вот его туда отстреливай. Давай, дальние кидай, Иван, дальние прям, такие снайперские. Не ходи за ним. Диман, дыши, дыхание не держим. Знаешь, почему Иван сейчас не задыхает? Потому что он расслабленный. А ты напряженный, у тебя поэтому сейчас слишком так вот сдержанный. Спокойно. А сейчас, Диман, послушай меня, да, он прям, Иван, понял, куда я тебе подскажу. Закидывай ему пузо, ты должен прямые в пузо дать. Прям в пузо, да. Диман, что-то одно и то, правда. А второе, другая рука, где, да, Диман, правая, да, где? Да, ты вообще одно, да, только, да, бьешь. Да, двойку дай, двойку. Диман, держи, одной рукой не тянет. Иван, не дави его, в центр держись, пусть он что-нибудь придумает. Диман, двойку туда, двойку, это значит не цифру, двойку, да. Только ты три раза сделал. Бей туда. Комбинации бей. Всегда проходят. Бей, Диман, бей. Даже если руки, все равно ты пробиваешь. Конечно, бей. Еще, да. Только ты бей, ты должен бить точно, не в руку ему бить, а тебе надо, да, тебе надо обогнуть его руку. Дыши, он уже задыхается. Дыши спокойно. Иван, пока не накидывает. Вань, а ты сейчас покажи технический набор действий. На меня не смотри, просто слушай. Парень, на будущее, если вы с кем-то деретесь и вам подсказывают, не делайте вид, что вы слышите подсказки. Потому что соперник может сразу понять, и он делает, исходя от того, что вам подсказывают. Сейчас, Иван, просто слушай меня. Сделай связку из 5-6 ударов, Иван. Стой на месте, отстреливай дальними. 5-6 дальних ударов. Стой на месте, не ходи за ним, Иван, это замануха, не ходи за ним. На месте стой. Иван, не ходи за ним, вернись на центр, пожалуйста. Иван, вернись на центр. Димон, ты долго ждешь, ты вот ударил и ждешь одной рукой, у тебя вторая прям сразу должна лететь. И эту руку убираешь, когда вторая летит. Иваныч, 5-6 ударов, простых, любых, 5-6, пусть даже по воздуху они придут, 5-6 ударов. 5-6, давай, да, давай, пусть по воздуху придут, пофигу. Надо, чтобы нервная система поняла, как. Делай. 5-6 ударов сделай. Еще. И на центр возвращайся. Не ходи за ним, это замануха, не ходи. 5-6 ударов со сменой стойки. Покажи связку, комбинацию. Димарик, как только ты увидишь, что у Ивана заканчивается 5-6 удар, ты должен руку за ним. Вот он только за руку отводит к себе, ты должен бить ему. Димарик, за ним. Не тупи. Когда Ваня на тебя идет, ты прям забиваешь. Тебе не в одно место. Ртом не дыши. Димарик, тебе такая же задача. Покажи 5-6 ударов. Любых, 5-6, любых, да.